Привет, друзья. Ну, Игорь Алексеевич Гундаров, оказывается, в больнице лежал. Я и не знал. А я ждал, ждал, ждал. Мы с ним договорились, что созвонимся и проведем программу антистрессовую. А теперь я вижу, он выздоровел, и слава богу. Никакого ковида у него не было. Он просто лежал с легкими. И дал потом советы врачам, как лучше наладить эту клинику. Молодец какой. Да. Вот, я сейчас это запишу и ему пошлю. Пусть посмотрит и выйдет на связь. И мы с Игорем Алексеевичем Гундаревым запишем ролик. Как мы давно и договаривались. По антистрессовому обучению населения России. Вот так вот. Сбережем население страны. Повысим стрессоустойчивость. А вместе с этим иммунитет повышается. Это же все специалисты знают. До встречи.